Джилл, это знает. Скажи привет всем. Всем приветики, с вами канал Art Money. И сегодня с Димулькой мы будем готовить ужин. Но на ужин у нас сегодня будет супчик, да? Потому что мама в обед не успела приготовить. У нас тут мастер двери доделывал. Шумно, пыльно было, я не успела, да? И мы с Димочкой решили, что супчик будем делать на ужин, да? Да, зайка? Да. Вот, у нас будет вон из таких вот куриные голени, ляшечки, или как их там называют. И в последнее время я вот использую очень часто, вы уже видели, такие вот смеси, потому что, ну, правда, некогда резать там вот это все, просто некогда. Это что-то необычное такое, новенькое. И, кстати, именно вот мексиканская смесь, она довольно такая внутри красивая. Сейчас мы даже... Вот. Короче, все, варим с вами супчик. Я взяла здесь 6 штучек, у меня еще остались там немножко. Вот, варить я буду, наверное, сразу туда и залью просто. И все. Некогда мне ждать. У нас вот они остались немножечко голени. Наверное, скорее всего, я их заморожу, оставлю. И сейчас мы еще с Димочкой будем готовить суп. О, господи, салатик. Да? Не знаю, что это видно. Вот это, наверное, мы пока отложим. Чего ты плачешь? Не знаю, что это я это видел. Чего ты видел? Где? Не знаю, что это видел. Успокойся, все. Успокойся. Чего ты плачешь мне на камеру? Не знаю, что это я. Так, где мы будем чистить яички, да? Да. Чистить яички, да. Так, у нас тут с прошлого раза вот остались. А, что у нас есть еще? Сметанку. А, ну сметанку, ладно, сейчас стоит пока, да? А, помидорка у нас есть. Помидорка. А, ну две даже, чтобы помидорка. А, еще вот у нас зелень есть. Вот. Что у нас всего? Видите, будет зелень. Да. Зелень, помидорки. А еще мы с тобой, наверное, добавим яблоко. Нет, нельзя яблоко. Почему нельзя яблочко, сына? Почему нельзя? Так с яблоко и будет вкусно. Так, будет. Так, Димины яички. Так и будет с яблоком салат вкусный. Так, ты их чисти, но не ешь. Кстати, подожди, подожди, пока руки все грязные. Давай, мы с тобой ручка дезинфицируем. Вот, все. Все микробы убьются. Так, это у нас осталось с прошлого раза. Мы не воспользовались. Так, здесь у нас есть петрушечка немножко с укропчиком. Не знаю, может быть, в суп, скорее всего, добавим. И хочу я добавить в суп шпинат. Такой вот у нас шпинат. Дима вроде ел, ел, не ел, не поел, не доел, короче. Вот, он остался. Не знаю, попробуем. Вкусно будет, может быть. Не знаю, мама дала, она не знаю, куда девать его. Он какой-то такой, как просто зелень, вообще ни о чем. Так, яблочко добавим. Ну, давай будем сейчас с тобой готовить, да? Было тоже немножечко видно. А, нет, тут глаза нет дома. Давай, яичко. Да, чистю я. Чистишь еще? Да. Ты же хитрый. Ты же сам и все, да? О, нет. Давай. Угу.
Так, огурчик. Ну, короче, у нас вот так проходят наши деньки. Вчера приходил наш мастер. Мы даже как-то вообще удивились, очень его увидев. Так неожиданно он вдруг пришел. Не предупредил, ничего. То есть вот у нас был домофон, например, выключен. Вообще была в шоке. Ребенок вообще у меня спал, зазвонил домофон, открыл тот мастер-дверник. Я говорю, кто там? Они говорят, Петр. Дима, не ешь. Я думаю, странно. Мы не договаривались вроде. Ну, конечно, увидели его спустя... А, нет, хотя он приходил еще. Ну, давно уже так не видели, уже от него немножечко отвыкли, уже подзабыли его, наверное, как-то так. Вот. Ну, Дима уж точно был очень рад его видеть. Да? Да. Ты мастер был рад. Он уже последние дни как раз спрашивал. Давай я его положу, яичко. Но холодно еще. Пока. На. Давай. А что ты его не дочистил-то? Давай сюда. Вот, Дима был очень рад видеть мастера. Он прям очень обрадовался его приходу, да? Он пришел, чтобы померить, все посчитать, потому что мы с ремонтом уже торопились, быстрее, там хотела свекровь приехать. Ну, свекровь, они, кстати, побыли совсем чуть-чуть, очень мало, потому что у нас здесь было и коробки здесь, и грязно у нас, соответственно. И, ну, нет условий. Не знаю, зачем они рвались, и мы торопились тоже. Скорее. Сделали многие там недочеты из-за того, что торопились. Вот. Что-то сделали немножко неправильно. Лучше бы не торопились. Никогда не торопитесь с ремонтом. Немножечко даже где-то обидно мне. Да, вот так получилось. Огурчик, да? Лучок. Ба, лук уже старый. Так, а что я? А, и помидорка. Вот. Ну, конечно, свекрови не очень понравилось то, что нету условий, что некуда положить вещи. Еще было очень сильно пыльно. Она все, молодец, перемыла нам. От всей пыли почти избавилась. Конечно, я бы, не знаю, через какое время это все сделал, потому что очень сильно устаешь. Устали за эти дни мы очень сильно от шума. То, что он постоянно пилил. Там вот это такие звуки неприятные. Вот. Ну, короче, вот так вот. Наконец-то он закончил. Завтра придет вот наш мастер. Буквально ему осталось уже доделать чуть-чуть. Осталось там обои там доклеить. Еще что-то сделать, да? Да. И у нас наконец-то ремонт закончится. А то мы тут прямо это ходим все в штанах. Все тут это, Дима парится. Мне, нет, Дима-то не парится, а вот мне жарко ходить постоянно в штанах. Постоянно что-то как-то это. В одежде с утра еще просыпаешься рано. Вот этот дверник, но он хоть не опаздывает. В принципе. Ай! А, вытекло. Не особо прям опаздывает так вот. Ну, приходит как бы вовремя, не вовремя, но приходит, в принципе. Вот, а тут наш мастер, он прям может опоздать на час, на два, для него это норма. Подумаешь, я опаздываю, ничего страшного, да? Вот, я еще параллельно, кстати, такой лимонад пью, мне прям что-то очень нравится. Что делаешь ты? Хотела его вместе с чипсами. Салат делаю. А, яблочко мы с тобой еще добавим салат. Давно не встала за яблоко. Что ты там выгинаешься? Смотришь. Ну, короче, у нас вот такие вот дела. И какого-то времени мастера не было. Мы жили с Димочкой тут вдвоем. Конечно, было... Поначалу было классно. Наконец-то я могу походить... там полураздетые, то есть жарко, дома жарко, приходилось ходить в штанах, в кофте, а так полураздетые, так классно, так хорошо, все прям это, забыли о его существовании. Потом все-таки нам стало уже скучно,
уже привыкаешь, то, что кто-то копошится постоянно. Кто-то постоянно копошится, ходит куда-то там туда-сюда, что-то делает. То есть, ну, к этому привыкаешь. Мастер. Да, мастер. И уже потом в какой-то момент мы подумали, блин, что-то нам без него как-то уже становится немножечко сложновато. Да? Да. И зая колосница. Угу. Вот. Он сам. Ну, привыкаешь, его правда. Привыкаешь. Да, ремонт закончится скоро, совсем чуть-чуть уже осталось. Уже все полностью сделал ремонт, прям осталось чуть-чуть. И мы с тобой будем спокойненько вдвоем жить. Да? Да. В тишине. Буду селиться. Ой, упал на пол. Сейчас подниму я яблоку. На стол ее просто положи. Вот она грязная теперь. Да, будем с тобой веселиться. Отдыхать. Гулять. Мы с тобой гулять сможем тогда, Дима. Да? Да. Ты куда повернулся? Гулять мы с тобой сможем спокойненько. Потому что эту неделю мы вообще почти не выходили. Ну да, мы не выходили. Потому что здесь был другой мастер. И мы просто боялись оставлять его одного здесь. Ну, мало ли, своруют что-нибудь. Хотя, конечно, воровать нечего особо. Ну, мало ли. У Лили, да. У Лили. Обычно бывает. Бывает, даже мебель воруют. Там что-то где-то читал, что ли, кто-то говорил, я сейчас не помню. Пригласили. А, жили жильцы в доме, в частном доме. Вот. А на время съезда приезжают хозяева, а мебели вообще нету. Пустая там дом или квартира, не помню, полностью пустая. Даже мебель утащили с собой вместе. Захватили. Нет, не представляю, как это, но это, да, конечно, кошмар. Так, давайте сейчас с вами снова посмотрим. Мексиканская смесь, мы ее уже с вами смотрели. Вот, вот какие-то там другие, они не очень, что-то какая-то фигня. Вот это, по-моему, должна быть хорошая. Так, да, ножницы, не помните. Я же говорю. Хорошо. Ну, смотрите. Класс. Понюхать. Как раз вот и написано. Горошек, перчик, стручки, морковка, кукуруза. Ну, картошку еще можно добавить. Пахнет. Пахнет. Как пахнет. Обалденный. И суп, кстати, получается просто бесподобного смесью. Вот именно вот мексиканская смесь, вот классно. Рагу там или чего-то вот еще есть тоже 4 сезона. Мне не понравилось, мы с вами смотрели. Здесь, ну, правда, морковка тут, конечно, маленькая, но посмотрите, как много гороха, прям много. Кукурузы много, стручки тут даже есть. Что такое? Фиг знает. Картошка. Картошка. Горох, перчик, перчик, наверное, что это? Желтый, зеленый, красный. Красный вижу. Вот это дай. А ну да, зеленый вот. Вот это дай, вот желтый. Это. Желтый. Вот это дай. Она замороженная один. Ну, то есть прям классно. Мы сейчас из нее будем делать супчик. Дима, ты уже лег на стол. Так нельзя. Там чисто у меня, а ты грязными штанами своими ложишься. Вот, из нее сейчас будем делать супчик. У меня уже закипела водичка. Сейчас я уже буду скоро бросать. Еще пока чуть-чуть у меня там поварится. Так, мы за это время с вами сейчас шпинат сюда порежем, наверное. Потому что эти овощи варятся быстро довольно. Не знаю, вкусно это будет или нет. Надеюсь, что
Он не горький же, как бы должно быть, наверное, вкусно. Я так думаю. За листочки, за три. Ты косуешь, ты косуешь. Что за листочки? Что за листочки? Захотел и взял. Не взял, а взяла. Что-то путаница вечная в голове. Вот выходишь с ребенком на улицу, знаете, летом, одеваешь его, эти... Одежда у него такая, там танк нарисован, зеленая, мужская, шорты мужские, там сандали синие, кепка там с самолетом или там чем-то таким, прям все мужское, но нет, же все равно на улице подходит. Какая девочка красивая, как ее звать? Дима, говоришь. Ой, мальчик, извините, пожалуйста. Блин, вот постоянно, каждое лето одно и то же, каждое лето. Диме даже волосиков еще не было, он был маленький. Все равно девочка, девочка, девочка. Зимой тоже самая история. Все, вы же видели, да? У него синяя куртка, синие штаны, синяя шапка. Все прям. И не все равно подходит. Ой, какая девочка. Прям вообще какой-то кошмар. Ой. Мордашечка у тебя такая один миленькая. Поэтому, наверное, тебя называют девочкой. Вот, это уже подпортился. Зеленушку совсем. Ну, петрушка уже все. Уже испортилась почти. Шути. Зеленушечку, да. Первую зеленушечку. Ты попробуй это. Чего? Листочек? Листочек, да. Ну, попробуй. На, будешь пробовать? Я и буду пробовать. На, возьми. И я попробую, у меня вот тоже есть. На, клади в рот. И я пробую пробовать. Он какой-то безвкусный. Ощущение, как будто вот ешь какую-то зеленую траву. Да, безвкусный. Да? Безвкусный он какой-то такой. Ни о чем, да? Вкусно? Вкусно. Вкусно? Как трава. Гулять с тобой. Как трава? А, ну да. Гулять с тобой скоро пойдем. Наконец-то ремонт закончится. Наступит тишина, да, у нас с тобой. Спокойствие. Чистота. Будем полы мыть. Да, полы мыть будем. Заниматься с тобой будем. Буквы будем случать. Да, вчера мы с Димочкой повторяли буковки. Я думала, он за это время забыл. Мы уже то с ним не занимались уже, не знаю, ну уже с месяц, больше, наверное, месяц. Потому что тут ну просто некогда было. Не знаю, был просто кошмар. Нет, оказывается, он все буквы помнит, молодец. Слоги даже помнит. Вот насчет садика даже не знаю, честно, вот. У меня мама спросила, ты в апреле поведешь ребенка в садик, уже март. То есть это апрель, это уже следующий месяц. Блин, я так не хочу, чтобы он болел, честно. После этой тяжелой болезни, где он болел у меня 3 месяца, у него была температура. Честно говоря, я вообще даже не хочу никакого садика. Не знаю, не хочу, вот, честно. Одевнула я. Я лучше, знаете, честно останусь без свободного времени, но зато мой ребенок будет здоров и будет находиться дома со мной. Чем отводишь ребенка, в итоге он может чего-то цепануть. И... Это страшно очень. Было страшно очень то, что когда в больнице мы лежали, мы взяли кровь. И я спрашиваю, ну что, какой вирус? А мне говорят, неизвестный вирус. Мы не знаем, какой у вас, у вашего ребенка вирус, и мы не знаем, как его лечить. Все. То есть, блин, это ужасно, честно, это ужасно. У кого есть дети, меня поймут, наверное. Да? Ну, слава богу, мы выздоровели с огромнейшим просто трудом, да, Дима? Дима 3 месяца целых болел, с большим-большим трудом. Мы кучу лекарств перепробовали, очень много. 15 тысяч только ушло на одни лекарства. Из этих 15 тысяч, наверное, только
одно или два лекарства помогли, которые стоили 800 рублей целых. Почему тут еще котлеты стоили? Это что у меня вот не туда, а с другой стороны у тебя катетер, мы в больнице лежали, катетер. Вот. Но это будет отдельный вот ролик, я все расскажу. Такая вот тут будет. Димульке сейчас, в принципе, периодически появляется температурка, поэтому он у меня ходит без майки. Потому что он майку одеваешь, ему жарко очень становится. Ему очень становится жарко, поэтому вот сейчас вот пока что у нас вот так. Так, что у нас здесь? Это у нас уже кастрюлечка. Давайте перейдем с вами сюда. Немножко у меня здесь вот завалено. Да, немножко завалено у меня там. Сок стоит на заднем плане. Сейчас посмотрим. Там, наверное, уже сколько у нас времени-то прошло? 22 минуты мы с вами почти болтаем. Они, наверное, уже должны были свариться, так по большому счету они... Да! Да! Супчик, но они еще все равно будут дальше вариться. Не засекла я, сколько они там варились. По крайней мере, же не огромная курица. Здоровенная. Суп. Эй, ты что там воруешь? Ты что воруешь там, козявка? Вот сколько я ворую. Ты воруешь там у меня? Ай-яй-яй, сына. Ты что делаешь там? Не ешь, нельзя, Дима. Нельзя, кому говорю, Дима. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, снова сюда подходим с вами. Я уже, смотрите, вывалила, пока там Дима я вас отвлекал своим смехом. Смотрите, как классно смотрится. Сейчас немножко у нас там закипит, еще немножко покипит. В принципе, они там мелкие, они варятся быстро. И добавим с вами зеленушечку. И потом чуть-чуть он настоится, салатик у нас чуть-чуть отдохнет. И сядем кушать. Да, малыш? Ты что там? Любопытная Варвара. На базаре нос оторвали. А? Ты какими руками ешь? Грязными, чистыми? Сядь. А то тебя не видать там. Вот. Так. Зеленушка. Я хочу листочки. Не хочешь? Нет. Есть еще листочки. Но они полезные, там же витамины, ты же хочешь быть здоровым? Так что листочка. Подаю. Еще. Поломаю чуть-чуть. Там мои перцы ты съедаешь. Мои перчики. Мои. Да, мои. Ай,
Сейчас вот эти перебьешь, потом есть не будешь, да? Да, ты можешь зеленушку туда сразу. Мои перчики отдай. Вот, оставим, можешь есть. Кушай, кушай. Ты можешь тогда сразу это свой салат ешь давай. Что ты тогда это, с моего-то салата начал. Сиди, ешь тогда сразу. Пока тут закипает у меня. Да, сразу и букмак. Пока у тебя есть аппетит. Ладно, не будем дотягивать время. Девочка кушает, да? Девочка. Ну давайте, ладно, еще чуть-чуть. Посмотрите, как он кушает. Ролик, конечно же, получится, наверное, длинненьким. Да? Ну, кушай, кушай. Да. Закипай, закипай. Тебе тут папашку, тебе тут папашку это. Где? Батя, папашку у тебя утут. Ну, начинается, зачем? А ты возьми и не пачкай. Вот возьми и не пачкай. А, я сейчас еще звездочки туда положу. Тебе да. Суп. Хватит звездочки положить, ведь? Звездочки маленькие. Ну, вот еще звездочки. Вот там еще. Ну, закипьем. Очень вкусные звездочки. Нет, долго звездочек. Много-много. Я две ложки положила, они сейчас разварятся там, большие станут. Вот такие звездочки, смотрите, есть от вермишелька, макарошка, купленная на вес. Сейчас, не знаю, мне кажется, очень сложно сейчас найти на вес, потому что у нас в городе, например, я не нашла, я покупала в соседнем, в области. Много года звездочек. Ну, у нас там с тобой и так там много. Вот. Но ребенку, кстати, очень-очень сильно нравится суп именно вот со звездочками. Я помню, в детстве мне очень нравился суп с буквами. Я помню, как я сидела и выкладывала свое слово, ну, свое имя, вернее, буквами вот этими. Меня родители все время ругали. Сколько можно сидеть? Быстро ешь, я сказала. А мне было так интересно. Я думаю, вот я вырасту, у меня мечта была. Думаю, куплю вот такие буковки. Думаю, сделаю себе суп и буду сидеть часами выкладывать из этих буквок. Ну, конечно, вырастаешь, это уже ничего нету. Уже не хочется. Другие проблемы, дела, да, у нас обычно есть. Вот. Но своему ребенку я, конечно, дала поиграться. Супом. Особенно любила эти, не пузырики, а как их, жировые вот эти вот, такие, как типа, колечки такие жировые, их вот вместе смещать, в супе играешься. Мне прям вообще это так очень завлекало. Ну, я в детстве кушала очень плохо, поэтому поиграться с супом мне нравилось. Так, у нас сейчас макаронка немножко сварится. И, наверное, я зелень в последний момент уже брошу. Сейчас я вам покажу, что у нас там получается с вами. А получается у нас, вон какая красота, смотрите. Это же вообще шикарно. Там эта смесь стоила около 80 рублей всего лишь. Даже не 100, не 150, не 200, не 250, а всего лишь 80 рублей. Посмотрите, вы получаете целую кастрюльку маленькую. На 3 дня. Ну, что-то маленькое мы ее за 3, за 2-3 дня где-то съедаем. Супа полноценного. Ну,
Раньше я готовила вот на тех вот, там вот 5, по-моему, литров или поменьше. Не, не 5, меньше, по-моему. Сейчас, подождите, сколько там? 2, 3, а, ну 3 литра, значит, это меньше. Ну да, меньше, конечно. Вот, то есть, маленькую кастрюльку. А, сколько? А, ну вон написано, максимум 2,2, 2 литра. То есть, получаете супа 2 литра. А что там прыгать? Съел 2-3 дня свеженький, пока съел его, и все. Если большая семья, то, конечно, да. Ну, классно, мне нравится прям. Я еще люблю мешать деревянными ложечками. В последнее время, кстати, очень часто пользуюсь именно деревянными ложками почему-то. Металлическая что-то мне больше не нравится уже моя. Она есть, ну, очень редко пользуюсь, очень редко. Но деревянная мне прям очень нравится. Вот. Там же у нас и курочка, вот она. Мне кажется, кстати, курицу мы вынем, она уже будет не такая сильная прям бульба. О, ты уже яичко нашел, да? Да. Ты уже там кушаешь прямо, да? Да. Кушаешь, ну кушай, кушай, за мамой, на мамином месте. Сидит Дима, кушай. Листочки кушаешь, шпинат? Мне не нравятся листочки. Ну что ж теперь, надо скушать обязательно. Надо скушать. Иногда, кстати, мы еще делаем зимой супчики, такие легенькие, ну или в такой же вот супчик добавляем яичко, прям сам супчик. Мама у меня всегда делала суп из крылышек, я помню, она почему-то готовила, она очень любит крылышки, наверное, поэтому, вот. Картошечки, по-моему, что ли, чуть-чуть, и яичко. Отварит яичко, и там это, в супе яичко плавает, мне так он нравился, такой суп, легкий такой. Выходные, легенький супчик такой куриный съесть, прям мне очень нравилось. Ну, вот сыну я делала примерно такой же вот сейчас у нас, да? Только у тебя яичко там в салате, а так можно его добавить. Просто нету сейчас яичка, а так бы, конечно, я его добавила уже в тарелке там в супе. Вот, мне так тоже нравится. Не знаю, может, мы сегодня еще успеем его, или я успею для себя его отварить. Что у меня тут заблудеть? Ну, ты же у меня взрослый, да? Кушаешь без слюнявчика, да? Кушаешь без слюнявчика, да, малыш? Да? Да. Вкуснятина. Че так мало положил салата? Кому? Нет, сидит так мало. Ну ты там что ешь? В прошлый раз Дима вообще сидел, мы до 10 вечера просидели. Дня 2-3 назад, что мы с вами готовили, когда там до 10 вечера просидели, я прождала, пока ребенок поест. В итоге я начала его кормить сама. И с горем пополам, с огромнейшим, причем горем пополам мы доели. Да? На, работай. Кушай, кушай, у меня есть. У меня есть свои. Кушай. Да? С огромным трудом мы с тобой докушаем? С огромным трудом. Да, мышка? И за законной долгости. Почему? Ну, вот если вот так вот ты ешь долго. Что же я могу поделать? Я, наверное, тебе салат со сметаной сделаю. Что-то не хочу майонез уже. В прошлый раз мы с вами купили майонез Ричи. Купила его в Победе, там, конечно, состав ужасный. А вот те майонезы Рич, такие же, которые продаются в обычных магазинах, там состав совсем другой. Почему-то составы отличаются, не знаю почему. Странно все это очень. Да? Да? Козочка моя. Да, да. Ну все, почти готов уже. А хотя, что у нас там, вермишелька? Там не разваливается совсем. Ой. Она бывает вермишель, кстати, еще к дну прилипает. Мне нравится мне, когда она прилипает. Ну, она давно уже сварится. В любом случае. Так. И все, мы отправляемся туда. А, надо было еще лавровый лист туда положить. Ну ладно. Забыла. А лист тоски. А
его. Тормоз его закрывает. Ты уже все доел, да? А супчик еще должен постоять немножко, настояться. По времени уже 7-7 час. Как раз сейчас мы его доварю, да, мы с тобой оставим супчик, пускай чуть-чуть настоится, да? Вкус там появится, а тем временем мы с тобой пойдем отдохнем. А потом маме здесь нужно подметать. Полы мыть я, наверное, не буду, завтра мастер придет наверняка. Хотя мы ему не дозвонились, кстати, он вечно трубки не берет. Говорит, что не слышит, якобы. Когда кто-то другой звонит, он слышит. А наш звонок он никогда не слышит. Почему-то. Думаю, везет, а я везут, а? И везет сегодня мастер. Сегодня нет, завтра придет. Завтра с тобой поспим, наверное. А потом будем сидеть и ждать полдня его. Будем ждать, как раз. Просто бежит так мастер, так. Просто бежит так мастер, и потом придет и будет доделать нам дальше ремонт. С нашим мастером, кстати, гораздо проще еще в том плане, что его можно, ну, во-первых, да, оставить дома. И то, что он, допустим, делает, он знает, как правильно делать, что, как, где. То есть он не задает миллиарды вопросов. То вот этот дверник, он постоянно подходил, задавал миллионы вопросов. А вам вот так сделать или вот так? А вам вот тут или вот, ну, или вот тут сделать? А так или так? И, блин, не знаешь, как это будет правильно, как это будет смотреться, сделать неправильно. И не знаю, что-то вообще сегодня вопросы были до этого тоже там. И я уже потом подумала, блин, наш мастер самый лучший. Думаю, если он еще вот начал бы тоже задавать миллионы вопросов, я бы с ума сошла. Он не задает, просто делает и все, знает, как правильно делать, так и делает. Ну. А я и буду листочки. А надо да есть листочки. А я хочу. Ну, проще их в одиночестве, значит, есть. Есть арбуз. Все. Вот и все. Все, суп готов. Ну-ка, сколько мы с вами здесь? 39 минут мы с вами болтаем здесь. 40 минут суп готов. Видите, в маленькой кастрюльке. Это, кстати, очень удобно, маленькая кастрюлька. Я в этой же кастрюльке готовлю Диме каши. 40 минут, даже меньше 40 минут. И готово. Прям вообще очень удобно. Хочу такую же еще вторую кастрюльку купить, потому что иногда нужна. А может, и не буду. Ладно, потом в конце вам покажу, что у нас получилось. Налью, когда уже. И с вами уже тогда попрощаемся, может быть. Лайки, лайки, лайки. Скажи, подписывайтесь на наш канал. Да, подписывайтесь. Пишите комментарии внизу. Да? Покажи, где низ, внизу комментарии. Скажи, мы вас любим, 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 любим. Да. Любим, да, вы наши подписчики. Что еще? Подписывайтесь, комментарии, да, лайки. Но мы с вами не прощаемся, мы сейчас с вами еще увидимся. Пока. Покажем, да, покажем вам суп. Какой у нас получился красивый супчик мы покажем. Пока-пока. Нет, пока не прощаемся. Вот мы сели кушать, полчаса настоялась. Димочки, супчик выглядит вот так. Да? Так, салатик я сметаночка заправила. И в моей тарелке, конечно, выглядит более по-другому. Курочку себе положила вместе туда. У Димы она, вот она отдельно. Вот так вот прям вообще, смотрите, классно, красиво выглядит. Вот так вот, допустим, кто девочки хотят привлечь парня, да, там, то есть парня привлекаешь через желудок, ну и внешностью, да, там, можно вот такой супчик приготовить, он придет к вам в гости, вы его, ваш комментарий пришел. Вы его накормите таким супчиком, он увидит, скажет, какая красота, какая хозяйка. Придет домой, мама, она такая хозяйка, она такие красивые супы делает, такие классные.
Объедение. Ну, туда вот можно еще в серединку яичко положить, я так и не сварила. Там вот цветочки прям. Смотрите, он такой очень аппетитный, он реально аппетитный. То есть то, что мы готовим обычно с вами, да, это другой абсолютно суп. Вот это какой-то, не знаю, он совершенно другой. И горошек. Ну, он просто вот, да, цветной, просто цветной и очень-очень сильно красивый. И аппетитный. Сейчас посмотрим, может, добавим сметанку, да, с тобой, может быть, нет. Видно будет. Вот такой суп у нас с вами получился. Делала я все это при вас. Отдельного рецепта у меня на него нету. Хотя, наверное, сделать, я думаю, нужно. Вот, с вами мы будем прощаться. Ролик, наверное, и так затянулся, да? Что-то листочки лизат. Плавают. Листочки там. Что-то... Сейчас остынет, мы будем кушать, да? Напишите в комментариях, нравится ли вам видео такого формата. Обязательно пишите, ставьте лайки. Было такой суп, было такой суп. Лайки. Лайки. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик. Дима, тихо. Тихо. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши ролики. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии, да? Пишите, это, смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с Инночкой живем, отдыхаем, путешествуем. Скоро лето, мы будем с тобой гулять. Да. Да, у нас ремонт закончится, уже почти, видите, все сделали уже почти, уже прям чуть-чуть осталось. Да. Вот. Будем с тобой гулять. Что там еще? Писать. Писать, учиться будем, да, у нас очень много всего интересного еще впереди. Димочка уже начинает общаться, разговаривать. Танцевать будем. Да, какие-то у него свои темы, какие-то предложения нестандартные, не знаю, ниоткуда они там у него берутся, появляются, да? Играть будем. Играть будем. Дима уже такой становится полноценный человечек, который буквы говорит то, что будем, думает, а не как изучать. Раньше. Буквы будем изучать. Да. Вот, и много всего интересного на нашем канале. Есть фоны очень качественного, такие качественного формата 4К, да. Живопись, короче, там все много всего интересного. С вами был канал Art Mania. Всем пока-пока. 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 И зайка мамина. Гаяти. Посмотри на маму. Улыбнись. И моя зайчка сладкая. Да, зайчка. Зайчка сладкая.